В зале команды 30 сочинских школ. Интерактивную игру по основам правовых знаний для выпускников организовал сочинский филиал Всероссийского госуниверситета юстиции. Мы надеемся, что участие в этом мероприятии даст школьникам возможность, первое, познать мир права, второе, приобщиться к нормам уголовного и административного законодательства с точки зрения их знания, расширить свой кругозор. Немножко мы поработаем над их правовым воспитанием и правовой культурой. В жюри игры вошли представители Следственного комитета, Ассоциации юристов России, Управления образования и молодежной политики администрации Сочи. Цель проекта – максимально повысить правовую культуру молодежи и тем самым снизить число преступлений, совершенных подростками. Очередная интерактивная игра «Школа правовых знаний» состоится на следующей неделе.